ესე გამოიყურება მაიდანი კიევში, მას შემდეგ რაც დაახლოებით ფორმატირება დაიწყო. Европейская идея, что такое европейская идея? Европейская суть, вернее, в чем выражается, в чем ее суть европейская? Так мы ее трактуем так. Европейская суть – це країна. Країна. А национальная идея у країни, то есть в країні, это и есть европейская суть. Сейчас начался новый виток всемирной истории, цивилизации. И он центр вот этого процесса, он как раз на Майдане здесь. Понимаете как? Вот это мы сейчас только начинаем усведомлювати, осмислять. Понимаете как?